Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с президентом Алматы Management University. Данный визит стал возможен благодаря проведению в КФУ международной научно-практической конференции «Современные бизнес-школы в эпоху прорывных технологий». КФУ и Алматы Management University давно и успешно сотрудничают как в науке, так и в образовании. В соответствии с подписанным соглашением, студенты вузов имеют право участвовать в обменных программах. В КФУ состоялся визит руководителя Московского отделения немецкой службы академических обменов. Целью визита стало обсуждение дальнейшего участия университета в стипендиальных программах немецкой службы академических обменов. Реализация проектов будет продолжена совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан для прохождения научно-исследовательской стажировки в университетах Германии. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.